Капелит, ты где? В Агриморе. Монеток где? Поставь еще раз шкаф. Но сама не агрите не твой. Да сама не на стене. Дуже загрит. Маркио, ты слышишь меня? Это не я. Ну это ты был, ты подошел к мобаму и что-то сделал. Ты то ли тарелку кинул, то ли что-то еще. Сначала психопун с агрит. Тыкайте на сумму. Пока присмотрим всех. Катапульт, ты что ты лежишь? Давай, лети. Не агрите дальше, дайте досмотреть. Кого еще смотреть по фрейму? Не вижу. Так, кто у нас так БДК-то будет танчить? Ардуино? Да-да-да-да. 5 БДК в одно время. Ардуино, ты танчил раньше на этой обнове или чё? Да, он танчит. Пик... За обнова. Хорошо, психопан, спикнешься в ДД, потом танчите пока так, надо трэш пронести, погнали. Как капеллита, раздавай кресты. Две кулаки. Бэйбэт, ты слышишь? Каски. Да-да, хорошо. Смарт-кью. Щиты. Мэншон Холи Прист. Ну, или ДЦ, кто там у тебя? Не скажите, мужик, у нас два слабых хила, Фога, Меншон, АОЕ будет, АОЕ за хил будет неважный, так сказать, так что лишний раз не слабляйте. Дексон код. Для Редрик. А ты кто? А я Слива. Отлично. Лиловая, спелая. Вместе мы все мои подряд. Осталось чуть-чуть. Кому кулаки плюсик? Рыба. Закончится, так и не начавшись. Никто. Пушим рыбу. Ем фласки на леди, проверю, фласки не будет, фласок минус 500 ЕП. Закрутим по команде.
стакайте раскол, кричите на хп. Каф нет. Касок нету. Бэйбэк, раздавай каски по локу. Горно нет, но пристопов нет. Нету пристопов в рейде, как видите. Пристанет в рейде, и ДК нет в рейде. Пойдем так. Ты лап. Рейд. Друид. Три друида, ноль лап. Все, дали лапы, чек на пол. Маркию. Готов? Просто... Власть. Власть, псих. Психопанс, отмени атаку. На ПДИ, на танк. Поменяй власть. Рейте в шипы. Новые шипы. Разбегайся. Разбегайтесь, танки. Вихрь. Отошлите звезду. Неправильно разбежались танки. Отошли звезду. И стойте в лужах. Шипы бьем сейчас возле звездочки. Три шипа возле звезды. Новые лужи отбежали. Возле звездочки. Так, лужи новые бежали. Можно дать сакру. Бежали. Звездочку убежали, тут нет уж. Давай сакру. Раньше шум, давай гимн отхил. Давайте в шипы. Далеко шипы РДД помогает избивать шипы. Прячьтесь за спину быстрее. Шипы играйте. Пан спекнешься на леди, танчишь с Рудвином слева, потопан справа. Последние шипы. Наручи на танка, на мейн. Забираю. Я ДК пойду. Да, это колечко за 10, пожалуйста. Давайте. Накинь там ему 176, пока я раздаю другой лут. Я просто ошибся. Кольцо на мейн. Надо кому-то? Осколок, плюсик. Колечко за 10 дай, пожалуйста, пистолет. Слева миники бьют, справа РДД. Паладина, сливаем капли с пула. Товы звездопады. ДК, слишком много ДКшников. Сливайте антимагию по КД с пула. Меняйте баф защиты темной магии. Приоритет контроля, фурики, ретрики. Роги, ДК, ханты. Слишком много этих классов в рейде. Не будете контролить, будем вайпаться. Давайте звезду. Мы начнем давать гимн на ману. Столб, ставь тотем на ману.
Чека ФК. Первый на полное Ардуино, второй на психопанкса. Наркотик готов. Погнали. Капли слить. Звездопады слить. Антимагический щит слить. Бабл слить. Пошли в трэш играть. Переиграем в трэш. Вводи трэш снизу. Сейчас будет лучи контроля. Нет, я застанил, и тут еще вихрь. Контрольте квадрат, вот фурик опять. Вылетел. Да юбку справа бейте. Право, помогите добить трэш. Новый трэш пошли бить. А, нападу направо. Трэш пошел по рейду справа. Катастрофа. Критическая ситуация, возможен вайп. Медлики справа, помогите, если трэш. Контролим приоритет миликов. Луну контрольте. Совы, коты, контрольте сначала миликов. Не кидайте вихрь на кастеров, если милик в контроле. Доксон, подымай фогу. Стопаем по боссу. Эскейп нажали. Папирос и гим на ману. Служи выйти. Классно, Берна, бля. Повезло. Наркотик, подымай фогу. Фога подымешь на сферату. Сыграйте в трэш все. Все в трэш. Потом переводим босса на полный Ардуино. Сейчас будет контроль. Фога, подымай быстрее на сфератуса. Смотрим контроль. Квадрат надо законтролить. Дал стан по квадрату. Где вихрь? Вихрь по квадрату. Через 5 секунд только дали. Так, вышел трэш, пошла фаза, играйте в трэш. Эскейп по боссу нажали, все в трэш, играем. Капли обновить. Звездопады обновить. Все в трэш играем. Духи вышли отбежать. Отбежать, иди, леди, тогда духи выходят. Вводи, леди. На полно психопанкса, 4 стака у первого ДК. Контроль сейчас будет. Стопаем АУЕ дамаг, мелизона в контроле. Квадрат законтролить. Уводи леди от законтрольных игроков. Диспельте леди. Кулак на леди висит до сих пор. Трэш сыграли. Вы что делаете? Ну, прожал без понятия. Любую. Контроль сейчас будет, добейте трэш. Сейчас будет вайп, если вы будете такой фигней страдать. Контролим опять игроков. Кресты не контролят нихера. Контрольте квадрат, луну. Так, ББРов. ББРов у нас уже нету вроде, да? Вроде да. Играйте в трэш, духи вышли, уводи леди. Давай, раздупляйся быстрее. Как шутить про Порошенко, ты первый. Как вывести леди не можешь этого сделать. Давайте в трэш играем. Напуливаем на Ардуино теперь. И не в столбу. Баба Бык, давай гимноману. Как ты умудрился сесть по мне? Я выгнал паску, да выпал и все. Меня что-то убило, пока я смотрел на креста. Ладно. Сова в контроле тебя убил. Давайте после... Не бейте, трэш играйте в леди. Вот ты вообще... Спасибо Джерину, Доксону и Войду, что убили Лиги. Ваша смерть не нужна.
Нет, я еще танчил ее, блядь. Спасибо наркотику хакапелите, что били людей. 43к пишет. Да я в контроле налупил, меня законтролило, я убил. Меня не кидали в контроль. Если не изменять память, то этот аддон показывает урон по законтроленным игрокам. А не то, что ты сказал. Там же написано урон по законтроленным игрокам. Если бы он показывал урон за контрольных игроков, то там был бы Войт на первом месте, потому что он там срезал куда-то. Да, все. То есть ты не в контроле, нанес 46к, Ретрик 43, я вот 11к, например, нанес. Понимаешь, да? Что с ним? Оно бесплатное или за ГП? За ГП. Сколько мы там? 10% давали? Ладно, на распыл. Идем дальше. Это второй босс, когда две шмотки падаются. Осталось 35 минут до закрытия РК. Где-то я это вчера слышал. Берем ранцы, запускаю сразу. Так, я не могу взять ранец. Ты не хочешь отъехать? Не. ГП? Еще лапу на инту. Давайте. Сейчас разбафы людей, которые падали. Кулачок там раздал всем. Вроде как, да? Нет, пристану. Я вроде на мне все бафы были висят. Правильно. Главное на тебе, остальные все равно. Нет, не все равно. Так. Кто обгонит Войда? По трэшу. Да первым. Тот получит 4 сферы. Вой подаст. Или не, уже не катит, да? Нет, сейчас Фурик. Ну, в принципе, я могу туда полететь. Это ты можешь здесь бить трэш. Ладно, тогда не играем в это уже. Нет, я тогда предлагал мне салаш и прикольно. Да, кстати. Ты для РДД что ли? Я так быстро собрал рейд, что забыл уточнить. Идем бить мага. Смаг появился. А, ну тут такой пэр, то я заберу тапки, наверное. Давайте в трэш. Играйте мага. Убили. Естественно, не, ну, наверное, когда вы выставляете ДПС без бафов, маги обмен МК надо тоже запретить, потому что рогам запрещают обмениваться этим. Тут не в этом дело. Тут дело в том, что у нас рейды обычно собираются с одним рогой, понимаешь? А магов может, у нас всегда... Ну тогда у нас соберется 6 ЛК, где будет по 2 роги. А соответственно это будет нечестно по остальным, ну, по отношению к другим рогам. Тогда тоже не надо ставить, это 3% апает сильно дома по криту.
Так, дело в том, что они соревнуются всегда с магами, маги с магами. Это да. На фоне других не выделяют. Сейчас поднимать эту тему, потому что у нас борьба не... Как это сказать? Между классами борьба. Они вообще за первое место во всей гильдии ДПС. А кто, кстати, первое место занял? Ну, маг занял. Я. А сколько там? То есть в двери МК там не будет первого места, потому что 3% крита теряет. Ну так мы же соревнуемся между классами, а не вообще. Если в рейде есть два роги, то можно им разрешить обмениваться. А нет. Ну это будет нечестно по отношению к роге, который будет в следующем рейде один. Понимаешь почему? А мага всегда больше одного. Не, ну если на сервере было бы куча рог, которые бы плюсовали по 2-3 штуки каждый рейд, 3, 4, 5 ЦЛК, то можно было. Их как бы, они как бы есть, просто их не берут столько. Оружейники, огонь! Не будет. Беру побольше. 10 даже не будет, открой этот список ДПС, там все написано, там 8 рог, по-моему. Или 7. Так что в топ-10 реально выйти за рогу, да? Можно, ну вообще пофиг, можно вообще без бафа бить сурка, да. Тоже. Можно просто не бить его, да? Кстати, хорошая идея. Запускайте босс счеты на мейн. Просто я не вижу в этом что-то менять. Это придется заморачиваться, брать по две руги в рейд. Специально тратить на это время. А что будет, если не будет две роги в рейде? Все отменять, да? Этот мир во имя плечи и во славу короля лича. Мой мальчик погиб у врат гнева, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов! Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Не сейчас. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его маме... Так с чего там надо начинать ретрику с бури? Один. Неважно. Умер бы я или выжил. Тут все равно нет, ну даже тут ДПС не будет. Да, с бури начинать, да. Вообще надо подбежать к танку и кинуть освещение. Хотя бы 15к дать. Ладно, сейчас посмотрим. Мне кажется, 330 точно будет. Ну, нахила какого-нибудь спека, да? Забыл. Ну тут и нету ДД спека ни у кого. Но фогов того. Уже поздно. Кто это танчит? Почему Ретрик танчит? Приземлитесь, слуги мои! Земля обогрится вашей кровью!
Хорош. Это чё, он сорвал что ли, Ретрик? Олег, тебя не слышно. Ну вообще, я просто дамажу, смотрю на этот цирк. Играйте дальше. Плачек забери. Просто на трэш все забили хуй. Нет, там, по-моему, босс его убил. Ну сейчас посмотрим. Его босс убил. Меня трэшит. Он попал, не танчит просто. Не вижу моста, он-то тарелки по трэшу. Точного таунта тоже. Да, есть такое. Турик сам трогал 100% босса. Наревневал тоже, наверное. Фога, подымай наркотика. Наркотик бейбека. Можно бафы. Смерки начнут падать, когда у меня энергия накопится. Прожмитесь обязательно. Так забахать и сдохнуть. Очень много меток. ДПС, конечно, такой себе. Да, да. Воля. Хороним тебя, как подобает. Сейчас. В Награнде, рядом с матерью сейчас. И предками. Ну как я отлично зашел. Хоть колб поменяю. А что там ДПС по трэшу? Показывайте, ДПС надо заскринить его. Открыто, можете портоваться. Пишите, выиграл 500 ДПС на ханта. Не открыто. 290, господи. Говорю, что ДПС, ну типа, говно. Ну у нас двое сдох, вот так, ну, 310-320, может, было бы. И это не было. Чтобы, слышишь, смарт-килл, чтобы открылось, пробеги вперед, там, надо не у портала стоять, а пробежать подальше туда к лайку. Понятно, не было демона. Это, танк не танчил, минус 2, понятно. Ну, бейпэк он, наверное, в контроле пробежал праведно, из-за этого сагрим. Возможно, да. Еще не было бафа от пятой, еще демон? Да. А, Саня, это потеря от укуса гадюки, это пиздец. Подумай, что за прикол. Так было бы 23, да? 21, 600, 700, где-то так, думаю, было. Потому что, ну, это магия природы, демон апы. Только апает, приста апает. Короче, всех кроме вара, он апает. Рогу апает от яда. Это психопанс, пожалуйста, передай Доксу, он тоже робот. Волю верни. Че уже зачарил? Да блять. Скажи зачарил, ставь камень. Да, я камень зачарил, заебали, блядь. Че не ролил сразу?
Извини, скажи все, проебал свою честь. Не отдавай. Ты в 4 нажми, там скажешь на донат. Кинь пацана, брат. Куда ты убежал? Не надо, что ли? Ну ладно. Да, 8 мест дали выше 15. Хороший показатель. Испок. Уже да, мы, у нас 4 хила было, но я думаю 330 можно было, да, если было бы 3 хила с демоном, с живыми людьми. Конечно можно, если бы еще первый был демон, там 340 наверное было бы. Че ты убегаешь-то, блять, в ЛС пишет, че отдаешь, нет, блять, и убегает куда-то. Что ты так агрессивно разговариваешь? Его можно забирать. Я буду брать его на деле, потому что... Блять, мой. Сука. Рванул в топ-кран, блять. Я что-то вспомнил, чардж дэш покинул. Пиздец, блять. Чардж, что там, блять, покинуть тело, да? Ты сейчас так же агрессивно отвечаешь, как тебе отвечал этот... Не помню никого, если начинаешь обижаться. А, ребят, помогите, БДК живут, я собирал. Помогите, рез, хил. Беспал. На силу природы. Босс тоже поставишь, а я на каст. Половина не танчи. Да. Кто хлопуза не убивали, где морды убивали? Алитрион, ты, Джерем, ты на ханте? Угу. Я понял. Сейчас получите! А ловушки сняли, что ли? Да, снял. Нормально. Так, слева от босса на рейнже Литрион Бабабык, справа от босса Наркотик Папироса, под воротами Квазар Хилика, сзади босса Носферату с катапультом. Спасибо, танки, что я танчу. Мне уже 10 стаков. Меня до сих пор... Я думал, это протопал, кстати говоря. Хорошо держался, молодец. Ты смотрел, думал, что это БДК, да? Да. Да. На сорке какая-то так же была. Ну да, в принципе, зачем на фрейме смотреть? И так сойдет. Да, разрядили, говорят. Тампанули. Вонючку чем, берем? А, вонючку.
Боже. Пейте фласки. Бога, Дарксон, пейте фласки, стоп. Кулак по охотнику. Где кулак? Сейчас дам. Ты же не умирал. Не знаю, Олег, я не умирал, кончился, пока нет. Олег. Я, наверное, и с рука без кулака бил, если его нет. Прикольно. Ты стык добавь. Как апеллита. На кресты тоже кончились. Так, вам спасибо. Ого. Джерин готов? Да, у меня бурс 30 секунд, когда я как... Я рыбу пхал. Забей. Я забей. Ты же сам не дал другим людям. В каком-то рейде. Чего? Я прожарил. Ну там что-то тоже какие-то бурсты были, и они не отнажали. Кто не знает, тут нету смысла бурстить уже. Слева от босса лужа. Шпармак. Бабла Хакапелита. Хакапелита. Так, Лазар Тедлайн дать. Сейчас 19.46. Кажется, в мини-зоне будет большой слизин. Через 2 секунды. Я не против втроем поблизу. Тогда перебегай за спину. Чего большой слизин на сове вообще? Норм? Переагрил. Господи. Smart Cube, подойди, пожалуйста, к слизню, дай пару скиллов, правосудие, щит. Потом уже можешь играться с ним на дистанции, он тебя не убьет на самом шоте. Бабык возьми. Близко подошел, папа бык. Сблюешь. Я почему-то блевал. Вообще не слышите, что ли? Доксон, подымай Хелику, Фога, подымай Квазара, Наркотик, подымай Литриона, я вышел на дистанцию. Забери большого слизня. Выходите на дистанцию, катапульта глыбу. КД. Фога, ты подымешь Квазара? Я же заплюхнул. Я вышел. По двери. Забери, я здесь палил. Я вышел уже на дистанцию. У нас нет РДД, остались только хилы. Что ты делаешь? Не знаю, что он делает. Мастан просто прыгнул. Смартку, ты что, играть изучился или ты что? Такое, знаешь, у вас. Ну как так хуй знает? Ты не понимаешь, что ты делаешь, что ли, ничего? Забыл, как нажимать кнопки просто. Там ловушка. Дайте снять. Тут водинка лежит в трэше, кстати. Ясно. Где? Ну, бежишь. Там лежат мертвые. Полутает там водинка. А, они сейчас исчезнут. Все исчезнут. Вы чё, не, вы чё, не надо на это скидывать, нету места. Держи лидера, сейчас зайду на креста, только не кикай попало.
тапками идешь? Нет, за поясом на танк. Сейчас будет. Кинь пока метки на себя и на столба. Как кувак по ханту и дайте. Крест по локам, пристаба слаб винту. Кому-то надо там кулак, никто не умирал с кулаком. То я офнулся пока. Крикнуть нормально. Дай по локу крест. И то правда. По магам, да, обновите крест. По магам. Эй, баг, дай кулак по охотнику. Шкаф ставьте потемнее. Так я касочки раздаю или что, кулак дать по охотничке, да? Охотникам дай кулак, нету ретрика, который дает каски. Да, как апеллита пускай даст на время, на одного босса он крест раздавал. Он бафает крест. Что дать? Кресты надо. Смарткью, дай мне по охотникам каску. Как апеллита, манурек и байбек кулак, и все будет нормально, все. Я дал уже манурек. Джерри, ну это безнадежно. Там баф на меня вижусь. Я правильно кину тебе, все надежно. Ну, пошли, я типа, попрыгнул. Так, блюет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Плохо. Нужно блевать три. С тобой точно в джей стояли. Две, в зоне. Три. Да. Как апеллита, выходи в рейндж, квадрат. Ладно, идет. Бабык, отойди подальше. Так, сейчас бьет три человека. На 7 капля дается, да? Капля дается, когда у босса босс набирает 3 стака. Вон, посмотри, сейчас прочти. Милостные испарения в легких. Видишь? Сейчас 2 стака. Там написано, физурон на 60 увеличен, скорость стаки на 60. Да, он соберет еще раз, будет 3 стака, тогда можешь кидать каплю. На 9 стаке забирать босса. Прожиматься самому. Сейчас можешь каплю кинуть. Там это Доксон, выйди в рейндж. В рейндж выйди. Нет времени угадывать мошенники. Сакра нужна обязательно. Че, где у нас стаки не собрал? Не, у него был один стак. Не раньше. Вент. Бля, заебал, а че шарот сложно сделать? Вот, сейчас гоню.
Мухлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Ты чё, блевал? 4 раза. Охуеть вообще. 4 раза подряд, да. После лича перекур. Так, 3 секини замедления по слизням, больше некому. Мелизона стоит в квадрате, откидывает вас зеленый слизень после взрыва. Отбегайте в РДД зону. Кому кулак? Давай кулак, Джейн, тебе дам. Где ты там стоишь? Джейн, подходи, зайди хотя бы в комнату и сразу начнем. Не-не-не, погоди, маны нет. Надо, рыба. Под Джейн бафы, пистобаф, лапу, интеллект. Крест. Чек. Спортив готов? Да, готов. Давай, вот этот пистол. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штаны чумы! Блин, тут нет процентажа у меня. Скажите, пожалуйста, когда будет 87, ладно? Окей. Топаем, escape нажали. Ой, кто-то бьет, ой, видно снаряд. Ну там сколько, 83 уже? Да. Бейте слизня все. Стали в квадрат милики, бьем слизня все. Убежались. Желательно... Ладно, уже ничего, переводим. Иди сразу к столу веди, профа. Все к столу идем. Сейчас слизни выбирают любого игрока, на ком красный дебаф, к столу, в квадрат встали. Быстрее. Потом бьем по дебафам, пошли бить по дебафам. Бейте зеленого слизня в спину, чтобы вас откинуло в центр, в квадратик. Потому что менять цель. Бежались в череп. Смена цели красного. Отбежать от красного. Отбежать от красного. Дал боб. А нет, кто-то другой дал боб. Я дал. Молодец. Хорошая реакция. Пельмени. Пол бы сейчас. Можешь свалить, ни хрена не видно. Не прыгай, пожалуйста, пол трясется. ППС проседает.
мельники в красного. Так, зеленый выходит. Сколько процентов? 47. Дали в одну точку. Двигайтесь в зеленый, цель зеленого. Меньше сейчас. Сколько процентов? 42. 41. На 39 стопом. Стоп по боссу. Не бейте босса. Сколько сейчас? 39? Да. Да. Уведи профа от стола, тут колбы будут. Пошли играть в красного. Ладно, не буду играть. Переводим. Там колбы куда же? К столу все отошли. О, на мне опять красный дебаф повезло. Кину боб кому-то. Давай, рост. Выбор цели пошел. Саня, где ты? Не выпил. Мысли вон где. Баба-бык, давай гимн ХП. Нет. Баба-бык, гимн ХП. А, баг, значит, какой-то. Бежали с цель зеленого. Ну, может, он где-то стоит. Сакру давай, смарт-кил. Сакру сейчас выберет цель. Да нормально, да. Можно и без демона фулл рейд убивать. Может, он где-то стоит на бездействии. Ну, защите он стоит. Там еще пересоставьте. Тотемы. Давайте тотемы не ставить еще. Смотри, баффи с эти закопаны. Чего баба был? Не передал чего? Завоевать. Чарж бэш покинуть тело. Не знаю, релогну сейчас, может пройдет. Интересно. Может у пятом она закончилась? Там смотри, если ты нажимаешь сам кнопку следовать, то он в следующем бою уже не будет атаковать. Такая вот фигня, если ты сам на нее тыкал. Даже не в бою. Так что надо просто в следующем бою нажать атаковать. Никогда эти три кнопки первых не трогаю, блять, он бежит, сам бьет. Ты же тоже никогда ничего не нажимал на Пете вообще. Вот никогда не качай ханта. Ну интересно. Там на Пете знаешь сколько кнопок? Сколько? Ну минимум 4. Понимаю. Но с друидом разобрался, с хантом разберусь.
Контролить кого-то? Войда. Не убейте тактиков. Сейчас я найду одного тактика, заставлю его. Ну он прилогнулся, он пошел сам бить. Чего не жал там атаковать ни хрена. Даю боб, смарт-кью снимешь, стан сразу. Главное, что никто не упал. Тактика играем. Кольцо льда, гнев небес. До свидания. Фуга под... не знаю, наш поднимать или нет. Второй пак неудачно слился, да? Минус 3. Ладно, пошли, летим, короче. Давай мы успеем добежать. Пока они все убьют. Убили трэш? Ага. Нет, тогда нет смысла бежать. Давайте сумонить туда. Я только добежал до квартала. Бафы по ренивалу. По магам. Так, Ардуино на двоих, смарт-кью на Кейле. На Ардуино на Талдерама на поле моем. Есть рыба? Есть. Кушай. Так еще раз повтори, пожалуйста, кто на двоих сидит? Ардуино на двоих, БДК. На него Наполеон, Талдерама. Ой, если я он сейчас весь рейд, то... Кресты бафает. Да, пилита. Дай крест по магам. Да, бафает. Все, я пошел запускать. Хампа нет. Ничего страшного, 3 шп посидят на кинетике. Играйте точно Волонера, чтобы не срывать Талдрама. В первом вихре даешь сакру, мы отбегаем. Рейндж набирайте, отбегаем. Все, набрали рейндж, отбежали милики. Сакру давай. Сука. Отведи подальше, волна, там дорама, шары задевает рейд. Что ты делаешь, Маркел? Ну, где? Что ты делаешь? Господи, боже мой. Ты решил так потанчить, чтоб я тебе больше протопалом не брал или что?
кинетику подбиваете. Это вроде трех пристов назначил, ни одного. Упал танк. Алло, таунт нажимаем. Сверки собираем. Давай похотите, что ли? Муза, поднимай смарт-кью. А нет, не поднимай, ложитесь. Ложимся. Конечно, протопал в рейде, у кого-то есть. Спектр товара. Смарт Кью, спекайся в ретрика. Давай лучше я в БДК спекнусь по слаку, у меня там будет все чутка побега, серки собирают. Не надо. На лане обратно спекнитесь. Смотри, протопал. Будет фурик. Надеюсь, это не стримит. Я записываю видос. Надеюсь, я это фласку не буду пить на этого на ДД. Вдруг там на речи надо будет спекаться, блять. Там танки же не пей. У меня сейчас 3 минуты осталось просто. Пока добежим, полтора минуты пройдет. Что за тишина? РК все? Да, он родился. А, не, РК же был. А, РК сломалась. Алло, меня слышно? Да. Джирин готов? Белорусские хакеры взломали, да? Крест по магам. И по магам крест. Так вот и запускаешь, если не готовы люди, блять. Лапку. Лазар подтвердил готовность. Наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. По руке будешь протопали с ланы. Сейчас в ретрике. Сакра нету, так что держим дистанцию. Сразу разбежались, вихри разбежались. Второй вихрь скоро будет. Уведи Волонара подальше от Киева. Крис, справа, кинетик. Новый вихрь сейчас будет. Вихри разбежались. Ждем, пока дебаф на вас пойдет, там темницы тьмы, кого много. Ибо сила сферы питает
Так, колдерам давайте рост. Вихрь возле Талдрама. Или бьем. Дайте-ка падает далеко. Все, исходит. Стимахимики не вайпа у нас. Кстати, Валанар, набираем места. Вихрь сразу пошел, вихрь отбежали от Валанара. Вихрь. Ва-банк идем, короче. А, не стал разбегаться, умер. С эти помши. Хули писта. Да, иди, отходи, наркотик. Одну минуту отойду. Рольте на ов. Накровавленные деяния. Ты тут? Тут дохнут, потому что уешат. Когда ты магом поиграешь, я посмотрю, как ты будешь играть. Играть, блядь. Сколько секунд ты без бога проживешь? Ну, я
если буду смотреть, что как-то 5 рогов нету в рейде, ну, чтоб на танков напуливать, чтоб, блядь, разгуляться, как говорится, то и пить не буду так. Давайте нам бафаться, наверное, надо. Рыба. Чек.